Всем привет! Меня зовут Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете». Здесь я очень подробно показываю свои инвестиции в лучшие проекты, а также отбираю проекты, которые не требуют вложений. И вы всегда сможете присоединиться. А в группе Telegram «Заработаем вместе» показываю точки входа и точки выхода из проекта, свой профит или потери, делюсь новостями и отвечаю на вопросы. И если у вас появится желание двигаться со мной в одном направлении, подписывайтесь на канал и на группы в соцсетях. Это очень легко сделать в правом верхнем углу. А также ссылочки есть под каждым роликом. Друзья, неделю назад я записывал обзор на проект Antares. В течение 35 минут рассказывал вам об этом проекте, раскрывал все его достоинства и для удобства в описании оставил вам тайм-коды, чтобы с помощью них вам было удобно перемещаться по видео и находить интересующий вас вопрос. Также в том ролике я делал обзор новостей проекта, и последней из них была новость о том, что теперь в Телеграме можно связаться напрямую с менеджерами этого проекта и задать любые вопросы. А этот ролик я записываю потому, что появилось еще 6 новостей у проекта, и я считаю, что некоторые из них достойны внимания, поэтому быстренько по ним пробежимся. Итак, 5 апреля компания Catalyst предоставила отчет работы за неделю. И с 30 марта и по 5 апреля в процентном соотношении он выглядел вот так. Здесь можно подробнее еще почитать какие-то моменты. Далее, 6 апреля была новость о том, что теперь мы можем общаться со своими партнерами, либо кураторами с помощью секретного чата прямо в наших личных кабинетах. И если в личном кабинете нажать на вкладочку «Сообщения», мы как раз увидим этот чат, и можно, прописав ID партнера, приступить к общению, либо при желании можно связаться со службой поддержки. Далее, 7 апреля была добавлена платежная система Perfect Money. 12 компания Catalyst также сделала недельный отчет о финансовой прибыли. Нажмете сюда и почитаете. Далее, 13 апреля стали доступны пакеты стоимостью в $5000. И если мы нажмем на вкладочку «Финансы» и «Покупка инвестиционного пакета», то можно увидеть это здесь. И теперь пакет за $5000 можно приобрести. А следующий пакет за $10000 будет доступен 18 мая. И последняя новость, собственно, в принципе, из-за чего я и записываю это видео, то, что у нас в личных кабинетах появились реферальные ссылки. И если раньше можно было зарегистрировать нового партнера только тогда, когда мы узнаем его электронную почту, зарегистрируем его здесь, то есть у нас в личном кабинете, и только тогда мы ему отправим на электронную почту ссылку, то сейчас у нас доступна наша реферальная ссылка в личном кабинете, мы можем ее копировать и, соответственно, оставлять где угодно. Отправлять друзьям, знакомым, либо размещать на каких-то ресурсах. Ну вот, в принципе, и все. Такой вот небольшой новостной ролик получился. И напоминаю, что в проект Antares еще вступать не поздно. В группе «Заработаем вместе» я выкладываю ежедневные отчеты по доходам в этом проекте. Поэтому всех приглашаю к себе в команду. И напоминаю, что каждому своему партнеру я отдаю половину прибыли. Всем здоровья, удачи, большого профита и пока-пока. Thank you.